Запутанный комочек мысли не дает сделать вдох. И как бы последний день не был неплох знакомствами и очарованиями, меня снова застали врасплох. Мое сердце болит и рвется наружу. До крайности обнажить душу хочу, но, к сожалению, адекватности мне всегда не хватало. Слишком мало мозгов в черепной коробке. Я радуюсь находке новых людей и проклинаю себя за это. Но есть же где-то в параллельной вселенной место, где я вполне откровенно и смело совершаю измену самому себе. Там нет ни боли, ни заклинаний в конверте, залитом слезами, ни убивающих меня желаний о невозможном. Хочу туда.